Здравствуйте. Сегодня у нас суббота, 21-е, наверное, число июля. Вот я. Как сказать, вот это протектор декалчо. Ну, в общем, защита. Вот видите, какой он? Видите, вот здесь такая вот штучка. Такая вот. И на картинке, в общем, было заявлено, я вам потом покажу, что, в общем, не пропускает он никакие жидкости там, ну, никакую грязь. И это для женщин, я скажу, вот женщины молоденькие, ну, они меня поймут. Вот такая штука супер, если вы вот на кровать ее положите, она незаметная, она мягонькая такая, и она супер стирается. Почему я это знаю? Ну, потому что я работала в каталонских семьях. И поэтому... А, еще под этим у меня это вот Фунда де Кальчон. Вот это сама защита, видите? Вот. Слава богу, что она налезла у меня. Все нормально. Ее покупать новую не надо было. Вот, видите, вот она такая беленькая. Здесь она алгодон, но хлопок мягонькая. Смотрите, это у меня все тут бижутерия. Так что ничего такого не думать, это все бижутерия. Ну, вот это у меня, конечно, жемчуг. Вот это жемчуг. Так, а это все бижутерия тут. Всякие эти. Ну, так, наряжаюсь я. Еще у меня такой шиньончик есть, который я сзади. Я тут это зашивала штору. Я просто Муся порвала. Вот смотрите, такие красивые сережки, но они такие тяжелые. Мама, вообще. Я не могу. Я не привыкла, конечно, такие. Куда она упала? Блин, упала и сломалась. Ну, это не страшно, это надо. Видите? Тяжелая, не могу не ходить все равно. Вот такие у меня есть, такие, такие. Это, кстати, бирюза. Бирюза и вот это бирюза. Это натуральная бирюза у меня. У меня, кстати, мой камень бирюза. Мой камень бриллиант и бирюза. Ну, в общем, смотрите, я как придумала. Сейчас такие почему-то подушки все. Ну, вот эти наволочки, они такие все большие, огромные. Я их вот так, смотрите, вот так вот пополам. Вот так, видите, хорошо. Вот. Не знаю, показывала, не показывала я вам. Мы ремонт сделали, и вот шторы у меня вот такие. Это турецкие шторы, я их привезла из России. И, к сожалению, смотрите, Муся уже порвала. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как она уже порвала. Гадюка такая. Ну, вот так. Ну, ладно, не страшно. Я вот так вот складку сделала, и не видно. Ну, вот кошки. Вот такие кошки. Так. Не знаю, показывала, не показывала. Смотрите, у меня раньше был такой красный цветок. Он вот там, видите, маленький. А у меня теперь такой, как шары розовый. Вот. Сейчас в жару ничего пересаживать нельзя. Вот когда будет осень, я хочу вот это вот, ну, вот туда посадить в угол. Там сам в угол. И оно быстро вырастет. Я помню, каждый год приходилось обрезать. Потому что, так что не переживайте, кто говорит, что тут нету этого. Оно все вырастет, но быстро растет. Я сегодня удобрение налила. Один раз в месяц удобрение надо. Вот. На новой розе червяка, ну, гусеницу зеленую нашла. Быстренько ее это. Вот тут видите тоже дырки. Это тоже какая-то гусеница. Я обрызгала этой. Тут вообще невозможно. Вот цветы вы тут не вырастите без удобрения и без средства от этих, от паразитов. Смотрите, каланхоя, как у меня. Видите, вон она.
новый растет. А вот это вот маленький, я такой листочек подобрала. Смотрите, из этого листочка уже растенница растет. Ну, не всегда бывает. Одно выживает, другое погибает. Не знаю. Это все тоже, видите, я все это. Ну-ка посмотрим, какое море. Ой, море супер, люди. Море. Сейчас я пойду. Сейчас. Я просто пока на весь день еду готовлю, чтобы весь день свободный быть. Вот пока. Чечевичный суп опять варю. Вот у меня розовый куст. Я сейчас, смотрите, поливаю только внизу. Еще раз всем скажу, тут сверху поливать нельзя. Потому что оно вот там сверху и начинает гнить. Видите, смотрите, я обрезала розы. Видите, он обрезала цветшие. И тут уже, видите, новые. Я сегодня это удобрила тоже. Это. Ну, я все цветы сегодня удобрила. Удобрение. Вот такая красотища, смотрите. Тут вот новый уже, видите, растет. Притом это так быстро за 2 дня выросло. И вот тут тоже, видите, вот тут тоже будет. Вот тоже. Удобрять надо, когда цветы это цветут, им надо, их надо удобрять. Если не будете удобрять, то эти бутоны начинают отваливаться. И все. Вот здесь вот я такую зеленую гусеницу нашла, и представляете, я ее убить не смогла, я ее на листке туда выкинула, и все. Я вообще не могу животных убивать. Единственное, кого я могу убить, комара или там таракана или муху, а вот каких-то гусениц, жуков вообще убить не могу. Сколько у нас градусов? 20. Это утро сейчас, 9 утра. 28, что ли. Вот так хорошо здесь, так прям прохладненько. Вот видите, у меня новый цвет. У меня такого цвета не было. Не знаю, какие тут. А, вот это я хожу на клумбах, отдеру куст маленький. И вот у меня разрастается. Вот смотрите, это разрослось, а вот это нет. Не знаю, почему погибло. Ну ничего не страшно. Видите? Сейчас оно вот отцвело, оно пока отдыхает. Ну где-то. Вот это пищит так. Детеныш чайки. Он жрать так просит. В общем, родители, я как поняла, родители их перестают кормить, ну, чтобы мотивировать, чтобы они, ну, с гнезда уже пошли в жизнь. А они вот протестуют. Протестуют, протестуют, а потом голод-то не тетка, а все-таки им приходится за родителями лететь. И так интересно, вот эти чайки, они потом сбиваются всем, весь молодняк в группу. И у них там несколько, ну, этих взрослых. И я тогда смотрела передачу, что там сказали, что у них как вот, ну, как бы детские садики такие у них, эти маленькие чайки. И еще, значит, так интересно, вот когда я плаваю на море, охотятся за рыбой только вот эти вот, ну, подростки. А чем эти подростки отличаются? Они такие серые, у них такой цвет серый. А чайки-то сами, они бело-голубые такие вот. И вот я заметила, что взрослые вот таскаются по городу и у всех еду выпрашивают. Ну, то есть они уж там сообразили, что можно выпрашивать еду. А эти-то маленькие, это они же еще не знают, у них инстинкт. И они охотятся за рыбой. Я бы не сказала, что им это так тяжело. Я плыла, видела, как эта маленькая эта чайка, подросток. Но он 3 раза пролетел над водой, а потом спикировал и раз рыбу схватил. Я бы не сказала, что это ему было так тяжело. Не знаю, даже маленькие, если смог, да взрослые бы смогли. Ну зачем они ходят, этот хлеб жрут вредный? Не знаю. В общем, все, надо домашними делами заниматься. Пока не жарко, надо успеть на море. Смотрите, вот я покупала, ну, ну просто, видите, вот клеенка такая голимая. Просто вот голимая клеенка. Вот. А тут она мягонькая.
Это, знаете, это, наверное, ну, уже для пожилых людей, у которых, может, недержание мочи, там, или для детей. Не знаю, куда их теперь девать, жалко. Ну, я, конечно, ей пользовалась. Прям потеешь, вот на ней лежишь, потеешь, невозможно. Выкинуть что-нибудь, кому-то отдать, постирать. Надо ее постирать с отбеливателем, просто я обыкновенно стирал. А вот смотрите, видите, написано вот тут fresh. И вот тут смотрите. Вот тут прямо написано IRC Траспаса, значит, проходит воздух. Видите, воздух происходит. А тут ликидо, но траспаса. Ликидо — это жидкость. И вот тут, видите, вот так вот написано. Air. Ну, то есть, как бы, ну, это дышащая. Ну, оно защищает, ну, мало ли вот это, ну, от всякой грязи. Вот. Ну, потому что это на матрас все попадет, все не отстираешь. Мало ли, пролить можно что-нибудь там. Что-нибудь. Кошки у меня тут бегают. Всяко опасно. Так что у меня сейчас хорошо. Трехслойно. Видите, в три слоя защищен матрас. Вот. Ну ладно, все. Надо быстрее уже. Вентилятор вон купили такой. 40 евро. Через Amazon тоже купили. Не знаю, такие шторы у нас. Красиво. Мне нравятся, такие они красивые. Прям по цвет, видите, получается. По цвету мебели. Ну, тоже такой бежевый цвет покрасили. Вон тут. И такие вот у нас обои. И я еще купила, ну, под этот цвет, ну, покрывала, чтобы там все наряды у меня висят. Ну, я довольна. Мне нравится. Смотрите, я направила вон, да, легко вставила вот туда. Да поджала эти вот лапки. Ну, не страшно. Я все равно, наверное, носить не буду. Так. Вот, смотрите, я хочу вам показать. Вот она. На резинке, видите, вот такая резинка. Вот такая сильная она, такая резинка. Тут, видите, вот она, резинка. И она вот так хорошо подгибает. И она так, ну, хорошо ложится. Надо, ну, просто под это подправить. Надо под это хорошо подправить. Здесь, кстати, постельное белье никто не гладит. Вы скажете, что надо было постирать. А что оно в пакете запакованное? Что оно вот грязное? Не знаю. Я не знаю, никогда не стирала. Я такое вот могу как бы нательное белье постирать. Если оно валялось на рынке, ну, без этого. Без упаковки. Это в упаковке было. Ну, не знаю, не такая щепетильная. Это что запачкается через... 3 дня уже надо будет менять, постираться. Ну, может, вы скажете, что какая-то лишняя краска. Но если чего-то бояться, так, ну, не знаю. Мы садимся везде и везде ездим, везде грязь. Не знаю, я не верю. Вы бы посмотрели, как тут дети, блин, ползают по земле, по асфальту. И испанцы вообще на это так легко смотрят. Дети сидят на земле, руки у них грязные, в рот тянут. Они вообще ничего не говорят. Типа, говорит, этот иммунитет будет лучше. Не знаю, я не стираю. Оно в упаковке было запаяно, что оно, еще оно будет грязное. Это, в общем, знаете, не заправить кровать нельзя, не поменять это вот... Это, она считает, что с ней играют, когда постель заправляют, да? Кто Мишалкин? Главный Мишалкин. Раньше главный Мишалкин был Вася, но сейчас старенький уже. Ну-ка, иди давай. Не мешай мне. Давай, не мешай мне, зараза такая. Вон, что, видите, на чистеньком. Как хорошо на чистеньком-то лизать, да?
А мне кажется, им, наверное, тоже нравится просто, что чистенькая. Смотрите, какой у него зизивот. Вот она уже такая большая. Она вот по длине размером с Васю. Она такая же большая. Такая. 4 года ей уже. Ей уже 4 года. Вот. Такая. Засранец такой, да? Да, что, мисс Тибрецкий, что ли? Чего интересного? Прокулку собирают. Chaque jour, ces sportives répondent à la question concernant leur cycle menstruel. Такая полочка для обуви. Такая ведь ручка, за ручку. Такая легонькая, видите, сколько обуви. Может, сейчас в коридор поставим, сколько обуви хватит. Ну, конечно, самое главное тут проверяльщики. С Амазона пришла, видите? Это я смотрю, это вот, видите, какая полочка? Смотрю французское. Телевидение, потому что вообще французский забыл. Ну, кстати, тоже много туристов, очень жарище, они тоже страшные. А вот даже зонтик можно здесь повесить. Я и Мусю еще положить туда. Мусику туда положить. Главное, сделать суп у нас покупок.